На заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму присутствовали представители различных городских структур, вовлеченных в эту деятельность. Участники ознакомились с отчетом о проверке библиотечных фондов религиозных организаций на наличие книг, входящих в федеральный список экстремистских материалов. В религиозных организациях города такой литературы не выявлено. Также на заседании говорили о продуктивности работы СМИ в сфере противодействия экстремизму. За первое полугодие 2018 года таких информационных материалов было 14 на телевидении и 16 на радио. Хочу сказать также, что большая часть программ телерадиокомпании направлена на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни и активной гражданской позиции. В рамках заседания также представлена информация о работе религиозных организаций с соотечественниками и мигрантами в плане оказания помощи в интеграции в городскую среду, предотвращению антиобщественного поведения и гармонизации межкультурных отношений. Большая работа проведена прибывшими из бывших советских республик, такие как Азербайджан и Средняя Азия, и разъяснение обстановка в регионе, основные правила поведения и общения. Представители православной общины отметили индивидуально проводимую работу с прихожанами. Если какие-то возникают вопросы, как правило, это касается каких-то различий в обрядах, допустим, во время крещения какого-нибудь члена семьи, младенца там и так далее, в частном порядке решается. В конце заседания представлены результаты мониторинга социальных сетей относительно выявления материалов, которых можно считать экстремистскими. У нас сложилась хорошая, практика, материалы, которых у нас вызывают подозрения на наличие в них признаков экстремизма, мы в ежемесячном порядке направляем в МВД по городу Губкинскому и в прокуратуру города. Значит, с начала года 2018 таких материалов было нами отмечено и направлено 9. Значит, сразу хочу сказать, что по итогам рассмотрения соответствующими структурами в них не были, окончательно выявлены, элементы экстремизма. Следующее заседание Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму запланировано на конец четвертого квартала. В ходе него будут подведены итоги работы за 2018 год. Валерий Усманов, Алексей Магин, новости Губкинского.